Добрый день, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Наконец-то здесь, на этой улице, сегодня поставлена задача дорожникам счистить старый асфальт. Будут стелить новый. То есть мы видим, что происходит не только на Алмазном, как я делал репортаж на днях. Ну и здесь, в таких местах, отсюда бригада будет перемещаться где-то на Шевченко, там небольшой участок. Я разговаривал только что с начальством. Работа идет, Полтава улучшается. Но будем надеяться, что на этом никто не остановится. Слава Богу! Всем удачи!